улица Салиева, улица Бишеналиева, часто мы слышим вместо названий улиц Бишеналиевой или Салиевой. И это неспроста. Люди просто не привыкли, что в Бишкеке есть улицы, названные в честь женщин. Где бишь рожа перпост по Булгачинату мне? Бишеналиев. Алгин Бишеналиев. Где бы сизбе? Как эта улица называется? Салиева. А кто такой Салиев? Там от себя где бишь рожа перпост по Булгачинату мне? Бишеналиев. Алгин был в Анбелеспе? Салиева. Салиева? А кто такой Салиев? Как называется вот эта улица? Бишеналиев. А кто такой? Я не знаю. Бишеналиева. А кто это такая, вы знаете? Бишара Бишеналиева, конечно, знаю. Это знаменитая наша балерина. Вы Бишара Бишеналиева? Алгин болган билесиз? Билесиз, балерина болган кыргыз билесиз. Бишеналиева. Это великая балерина наша киргизская, я знаю, помню, она была очень знаменитая, и в честь нее назвали эту улицу. Как вы думаете, в Бишкеке достаточно улиц, названных в честь женщин? Не знаю. Что-то я не помню. Наверное, нет, недостаточно. А в честь кого бы вы хотели, чтобы была названа? Ой, у нас много очень знаменитых женщин. Вот сейчас даже в Старопях я даже не вспомню, но мне кажется, очень редкая улица. А я кишлер больше это что, лайк? Вот у моего дяди попой что, неудобно, вот им раз. Неге? Сидели за всю трестом. У нас женщины, честно говоря, наверное, в Киргизстане не очень котируются, поэтому и называют мало улиц.